Друзья, меня часто спрашивают, где я беру перчатки и остальные аксессуары для тренировок. Так вот, Workout Shop – это лучший магазин с инвентарем для тренировок дома и на улице. Если вам что-то нужно, обращайтесь к ним, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня будет уничтожение Андрюхи. Эта 5-минутная тренировка будет на ноги. Ты любишь ноги качать? Нет. Никто не любит ноги качать, но мы его заставим. Будет просто адская тренировка, он будет просто умирать. Ну что, посмотрим, давайте, поехали! Приседания 40 секунд. У Андрюхи в портфеле 10 килограмм. Наши секунданты. Ты не забудь там 40 секунд сказать, а то он умрет. А, сразу же выпады, фигарь. С портфелем, братан. Выпады? Да. Выпады 40 секунд. Дальше прыжок с выпрыгом. Прыжок с выпрыгом? Да. Ой, блин, да. Это все качковский мозг тупой. Давай еще два раза. 20 секунд отдых, да? И потом что идет? А, запрыги, да, пойдем туда. Да, да. Да положи туда, тебе не пригодится. 20 секунд скоро пройдет, пойдем быстрей. Давай, давай. Да, засекай время, 40 секунд. Давай, погнали. Потом что там? По одной ноге, да, заходы? А, узкий, широкий. Давай, узкий, широкий. Давай, давай, давай. Короче, короче, короче. Теперь заходы, да, по одной ноге. Да, давай. Андрюха умер. По одной сначала правой, потом левой.
Все еще почти. Давай следующей ногой. 40 секунд снова. Давай, давай, все еще потом. Давай, мать. Who it is the best in the biz. Amber be alert cause they checking for the kid Henderson. Yeah, I'm back just doing what I do. I'm bored with your games, I suggest you get a clue. Yeah, it's like they never knew I can spit it so precise. Bet that I'm all up in their head like lice. I'll never take it back, I ain't taking your advice. And they know what I mean, motherfucker, cause I'm nice enough. Yeah, well I got what you need. And it might sound... Как чувствуется ноги? Да, нормально? Да, вообще, отлично, пробуйте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Итак, друзья, как вы видели, Андрюха сказал, что довольно хорошая тренировка на ноги, забиваются, да? Вполне. Ну вот, ребят, пробуйте. Думаю, тогда у вас будут немножко расти ноги, капельку. Конечно, вы огромные объемы там не накачаете, потому что нужны большие веса, там по 100 кг присед. А так вы будете просто стимулировать свои мышцы ног, и они будут, ну, в хорошей форме, да? Особенно если вы девушка, то выполняете, вообще классная задница будет. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем выпуске. Пока.